Сан-Франциско прошел тайфун, а мы не заметили. Нам казалось, что мы нащупали общий язык, но сколько переживаний ждало нас еще впереди. Мы снова возвращаемся на лекцию. Если сердце – это желание получить, то точка в сердце, которая пробуждается, это ощущение Творца. И тогда человек начинает через эту пробудившуюся точку желать того, что находится вне пределов желания. Такие люди, их немного в мире, но с каждым годом их число растет. Они хотят реализовать эту точку. В итоге